Говорят, бабье лето – прекрасная пора, теплые деньки и буйство осенних красок. Но в этот раз природа преподнесла сюрприз. На смену сухой и солнечной погоде придут дожди с грозами. Так что, если вы запланировали в эти выходные активный отдых на свежем воздухе, то придется повременить. День ходьбы на трассе здоровья Мария Ра переносится на 1 октября. К сожалению, мы вынуждены перенести день ходьбы в связи с непогодой. Но это увеличивает шансы каждого из вас на выигрыш суперпризов. И нам очень важно, чтобы вы, друзья мои, гуляли по лесу при хорошей погоде, по сухой дорожке. И чтобы ваше настроение было на полную пятерку. Кроме погоды, к празднику все готово. Трассу очистили от мусора, установили новые лавочки и, главное, закончили реконструкцию моста через шоссе-ленточный бор, по которому проходит спортивный маршрут. Тут не обошлось без помощи волонтеров, постоянных посетителей трассы здоровья. Победителей розыгрыша ко дню ходьбы ждут больше 300 призов от компании «Мария Ра». Главные из них – 10 горных велосипедов стоимостью больше 40 тысяч рублей каждый. Чем отличается этот велосипед? Это надежная модель, марка велосипеда «Скот», название «Аспект», значит, дисковые тормоза, колеса диаметром 27,5 дюймов, которые позволят преодолевать неровности и кочки. Также он оснащен бутылочка для питья, насосик, камера запасная, монтажки и также набор простейших инструментов. 2 октября разыграют также 100 пар палочек для скандинавской ходьбы. Карбоновый стержень. Для удобства правый и левый темляки обозначены. Пробковые рукояти не дадут замерзнуть рукам даже в холодную ветреную погоду. По последнему стандарту сделаны и лапки палочек. Острый наконечник для ходьбы по грунту закрывается откидным резиновым, предназначенным для передвижения по асфальту. Фирма Onway, финская. И самые лучшие палочки, которые на сегодняшний день есть в мире. В чем их преимущество? Что при отталкивании ими они пружинят и не дают слишком большую нагрузку на локтевой и плечевой сустав. Вот в этом большой плюс. Эти палки очень немногие утверждены Международной федерацией скандинавской ходьбы. Кроме того, организаторы при поддержке компаний «Марс» и «Пепсика» приготовили десятки килограммов вкусных призов. Чтобы стать участником акции в день ходьбы, до 1 октября совершайте покупки на сумму от 300 рублей в любом из магазинов «Мария Ра». На чеках напишите свою фамилию, имя, отчество и номер телефона. В день ходьбы скидывайте чеки в «Лототрон» на 5-м километре трассы здоровья. И уже 2 октября в эфире нашего телеканала мы узнаем имена победителей. Приходите насладиться красками осеннего леса и получайте призы от компании «Мария Ра». Антонина Поздеева, Сергей Седых. Новости.